Всем привет, дорогие друзья мои и подруги. С вами, как всегда, Алекс в интернет-кафе Симулятор 2. Значит, привет. Так, ты мне не нужен здесь. Значит, привет, нищий. Нищий, значит, хочет три бейсбольные биты. Я вот что подумал, значит, я купил рюкзак. Только что, значит, купил рюкзак. И биты, значит, прикупил еще мониторчик, значит, на барахолке, потому что вот этот вот, мне, значит, я его отнесу, сейчас продам, наверное. А вот этот поставлю. Также, значит, мне писали подписчики, значит, можно продавать, значит, все это старое, соответственно. Вот это вот на барахолке и про рюкзак написали мне, дорогие друзья, тоже. А я еще, значит, что я сделал? Зашел в игры эти. Сейчас за мазор закрою этот. Зашел в фрут-слот, короче, катанул и заработал 8 косарей. На радостях, значит, на радостях я купил самый мощный компьютер. Вот, ну, не самый мощный, но геймер про компьютер. Не знаю, лучше нету. Гейминг-монитор, стол, клавиатура, мышка, сиденье. И немножко можно теперь подзаработать, я думаю. Убирать здесь что-то надо. Потому что в прошлый раз, значит, в прошлой серии мой компьютер просто взорвали. Значит, беру монитор, сейчас продам, возможно, пошел вон отсюда. Докуплю еще что-нибудь, потому что, ну, здесь хардкор просто какой-то происходит. Также игра немножко оптимизирована и немножко краями нет. Меня уже второй раз, значит, полицейский я смотрел. Значит, можно продать, говорите, да? Да, смотри, можно. Продал. Не-не, бейсбольные биты я купил, значит. Возможно, еще одну куплю. Как-то она между рук стала у меня. Оп. Смотри, автоматическая бейсбольная бита. Вот про что я говорю. Значит, текстурки здесь так себе на самом деле. Собачек, персонажей, персонажи толкаются. И полицейский меня штрафует. Вот я стою, не двигаюсь, да? Не хочу получить штраф. А сейчас будет кто-то проходить, меня толкнет, и я получу штраф. Но сейчас повезло. Так, ты куда идешь? Тут толпа, бить я не буду в толпе. Это вот эти вот взрыватели, значит, они взрывают. Так, о, смотри, подожди. Я могу тебе передать биты? Я передал? Передал или не передал? Да, бит у меня нету, смотри, я три штуки передал. Значит, здесь у меня осталась одна. Убитая совсем, давайте ее продадим. А, я ж могу переместиться. Я не знал просто, как рюкзак ставить. И другая. Ну, тоже продадим и купим, значит, купим нормальную сейчас биту. Потому что охраны у меня нету. Прошлый раз я скачал, значит, приложение, где можно нанимать. Но у меня денег столько нету сейчас, чтобы нанять кого-то. А, возможно, и наймем сейчас, не знаю. Я хочу еще одно рабочее место, точнее, еще один автомат. Значит, две бейсбольные биты мы продаем. Как отсюда выйти-то, а? Так. И одну новую покупаем. Покупаем одну новую. Тут еще огнетушитель есть. Огнетушитель мне не надо. Так, что еще можно здесь прикупить? Вот, стула. Давай вот этот прикупим. Бит положим сюда. Стула заберем, потому что на пластмассовом сидеть невозможно. Уже чуть-чуть проапгрейдим свое самое первое место. Это наш самый был первый компьютер. Вот опять пришел сюда, а? Чё ты сюда ходишь? Взрываешь все, а? Давай, чеши отсюда с бомбой. Сейчас откроюсь, забежит. Не знаю, бомжу биты, получается, бродяги отдал. Чё из этого выйдет, непонятно. Значит, стул нахер. Мы его тоже продадим. Вот этот вот установим. Он выглядит реально чуть-чуть получше. Я думаю, ну, это компьютер бэушный. Я, в принципе, купил монитор бэушный. Клавиатуру, мышку. Купил не бэушную. Значит, стул давайте отнесем, откроемся и чуть-чуть заработаем еще. Так, 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 я закрываюсь. Мне надо посмотреть на самом деле охрану, потому что, ну, постоянно взрывать и постоянно они не платят. Я же стою сбитый, постоянно караулю, значит. Караулю, чтобы они ничего не украли. Так. Пластиковый стул продаем тебе. Вот, бита у нас одна есть. В принципе, можно по-старому, значит, а что такое? VR-контроллер. Так, не, я автомат игровой хочу поставить. Такой олдскульный или не олдскульный. Сейчас посмотрим, сколько у меня денег. Я уже не помню, сколько я заработал. Но компьютер дорогой, приносит по 500, по 400 долларов. Значит, это довольно неплохо. Неплохо это игровое место приносит. Так, возьмем биту в руки.
У нас здесь чистенько, кондиционер работает, все работает. Давайте посмотрим. У меня 2600 баксов, значит, что я могу? Давай сразу посмотрим, что я могу. Мне надо вот, вот эти автоматы. А, 1400 самый дорогой, да? 1300. Слушай, давай его купим. Давай даже два. Два сколько стоит? 2800. Нет, на два мне не хватит. Ну, давай один хотя бы. Я уже давно хотел. В прошлом выпуске хотел это сделать. Давай один купим. Вот, а, персонал. Персонал. Вот, сотрудники. Значит, 5 дней 300 долларов. Он может защитить ваш магазин, значит, а вот этот от неплательщиков, да? 260. Ну, давай наймем этого и вот этого, дабы поработать. Не знаю, пылесос за 600 баксов. Это как-то пока обойдусь, значит, своими силами, буду убираться. Так, о, приехал. Опа, это мой охранник? Офигеть, дядя, ты здоровый? Так, хорошо, давай клуб, значит, открываем. Уже вечер, значит, вечером откроемся. Хорошо. Давай, мне безумно... Опа, нифига себе! Я уже что-то ношу. Ну да, я биту ношу, уже, в принципе, бита не надо, раз эти люди работают. Так, а куда его поставить? Давай вот сюда вот поставлю. Он здоровый такой, во! Ближе к стеночке хочу, во! Слушай, ну неплохо, неплохо. А как поиграть на нем? А, я поиграть не могу, значит. Ладно. Ладно, тогда ждем посетителей. О, первый пошел. Куда? А, на компьютер, значит, на этот. Олдскульный наш компьютер. 30 минут, хорошо. Вообще 30 минут маловато как-то. Так, интересно, как эти будут работать. Все, 30 минут кончилось? Нет, смотри. 9 баксов, значит, не, ну тут надо модернизировать все, но я думаю, лучше новое что-то купить. Допустим, здесь есть... Так, давай, 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 заходи, 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 дорогой. Да ёлы-палы. 3 часа. 3 часа, утверждаю. 3 часа, опа, еще клиент. Клиенты пошли, значит, не знаю на самом деле, зачем я... Безгранично утвердить на самом деле. Зачем я... Все? 7 баксов. О, на автомат сел, смотри. Оно сразу что-то приносит, походу. Подожди, а где мое это? Компьютеры. А, только 2 компьютера, да? О, денежки бегут. Денежки бегут, значит. Отлично. Отлично. Заказы, компьютеры, обои. Обои, запросы. Ладно. Так, еще кто-то забежал. Что здесь, MyCafe? О, слушай, хорошие отзывы пошли. Не то, что раньше, значит, утвердить. Час утверждаю. Не то, что раньше, говно, значит, все такое. Теперь нормально. Так, убирать надо мне. На уборщика у меня денег не хватает. Но я не думаю, с охраной можно поубирать. В принципе, я не знаю, как охрана работает. То есть они теперь все платить будут или что? А, вообще непонятно. И где еще мусор? Бля, прям на автомате отпечаток-то, а? Так, что здесь? Иду, 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 иду. Значит, 30 минут утвердить. Хорошо. Сейчас посмотрим, сколько заработаем. Так, чистый. Все, чисто. Здесь чисто. Значит, освежитель воздуха надо не забывать. Ой, тут запах, да, действительно. Вот, цветочками, чтоб пахло вам всем. Здесь цветочками. Так, хорошо. Так, что я хотел показать? Заработать можно... новые клиенты не приходят. Так, ну у меня старые сидят, в принципе, и я доволен. Пока не рассчитаются. 146 долларов. Нормально. Этот сидит на дорогом компьютере, значит, будет больше. Заработать можно вот так. Вот здесь вот покрутить. Также вот здесь вот можно, значит, игры, значит, продать монету. Сейчас, секунду. О, 500 баксов. Значит, смотри, клав машин. Я не знаю, что это такое. У нас 1500, да? Так, мы можем еще один. Но это фигня полная, я не знаю, как... А вот это что такое? Ну, это тоже фигня полная. Вот это что такое?
как по мне, тоже фигня полная. Ничего не приносит, значит, так. Вот это что такое? Это какая-то рулетка, что-то крутить. Вращаем. Минус 15 баксов сразу, а выхлопа, наверное, не будет никакого. Три этих, да? Хорошо. Давайте посмотрим сразу. Продать три этих. Сколько они стоят? 18. Ну, по 3 бакса, честно говоря, такой себе заработок. Такой себе заработок. Я бы не сказал бы. Так, хорошо. Я не закрываю, значит. Пойти поспать, получается. Сколько времени сейчас? Новые клиенты придут, не придут? Давайте посмотрим. Так, у нас 7 утра уже. Мы открыты, так. 7.20 уже должны приходить. Так, MyCafe, хорошо. Здесь все понял я. Здесь все понял я. Вот, сотрудники. Так, двоих мы наняли. Пылесос я не хочу нанимать. Вот это что такое за панда? Значит, это привлекает внимание ваших потенциальных клиентов. Вероятность получить больше клиентов. Давай возьмем на прокат его, да? И посмотрим. Так, пока сбегаю. Ты меня не будешь обыскивать? Сбегаю, посмотрю к барахольщику, что получилось здесь. Кстати, сохранения в игре иногда работают криво почему-то. Так. Не, здесь олдскульное все. Совсем олдскульное, значит, а что такое? Купите, я не знаю, что это. Так, ладно, здесь ничего нету пока. Там уже стреляют, значит, да, у нас? Да у нас... О, панда пошла, нифига себе, я видел панду. Панда стала, так, отлично. Отлично, давайте работать. Не знаю, хватит ли у меня денег на них. Так, кафе открыто, 1300 у меня есть. Warcry Classic нет. А, вот, Steam. Кстати, здесь можно игрушки покупать, да? Давай купим. Парочку каких-то. О, вот это вот... Chicken Palm Royale. Напоминает мне что-то этот галстук, значит. Так, сейчас, подожди. Блять, почему оно так работает? 30 минут утвердить. Возможно, время увеличится, если я игрушки купил. Не знаю. Панда танцует, да? Тут привлекает так клиентов, типа. Нормально. Так, что здесь еще? Что, продлеваешь? 1 час утвердить. Хорошо. Так, еще один пришел, да? Да, на дорогой сел. Вот, на дорогой меня больше всего интересует. 30 минут. Ну, возможно, он продлит потом, не знаю. А возможно, нет. По крайней мере, избежать у них не получится отсюда уже, потому что стоит охрана. Я думаю, это очень важно. Вот. Скорее всего, ему понравилось, и поэтому уже 1.5 часа, значит, продлили. И все смотрят странные картинки здесь на самом деле. Я не знаю, зачем вы в клуб приходите. Смотреть. О, давай мани. Дашь? Смотри, они с охраной чаще дают. Чаще дают. И лайк поставила еще. Отлично. Значит, пока уберусь за ними. На пылесос деньги мне жалко. Ну, пока что жалко. Мне надо расшириться на самом деле. Место здесь уже, я не знаю, куда компьютеры ставить. Но вот только автоматы здесь еще поставить можно. Давай, давай. $230. Так. Новый кто-то зашел, посетитель. Отлично. Отлично. Новый подсетитель. 30 минут. Хорошо. Берем 30 минут. Берем 30 минут. Возможно, продлится, а возможно и нет. Не знаю. Возможно, можно как-то поставить. Ты мне напиши. Я не знаю, потому что ребята много чего писали. Вот. Дабы заказы, да, компьютеры. Вот. Цену PC-01, PC-02. Значит, ну тут дороже. $77 получается. $77 это в минуту, я так понял, да? Или за час? Не, за час это нет, потому что дороже. Это, скорее всего, в минуту. В минуту идет, да? Так, ну он сел, походу, на PC-1. Это у нас дешевенький вариант. Хотелось бы посмотреть, что я купить могу. У меня $1200, да? Допустим, мне надо хотя бы... Хотя бы я могу еще один автомат купить, в принципе, да? Вот этот может. Или подкопить уже на этот, да? Два таких поставить. Не знаю, сколько они приносят. Вот, 1100 есть, да? Этот сколько? Это 1400.
1300. Ну вот этот я хочу подкопить. Че, без оплаты уж? Опа! 128 баксов. Он без оплаты ушел. Опа, смотри, а тот стреляет по этим, получается. Нормальный. Нормальный охранник. Панда танцует. Так, че вы там, поприходили? Сейчас. Все сделаю. Все будет в лучшем виде. Запросы. 3 часа. О, 1 час. Нормальные запросы пошли. Мне немного, да, совсем не хватает. Чуть-чуть буквально. На автомат пошел. $120 сразу. Я хочу заказать еще один такой. Значит, давай вот так вот. Оплата, значит. Все. У меня будет 2 теперь таких автомата. Так. Ты там что там продлеваешь, да? Вот смотри, игры поставились. Допустим, они продлеваются. Да что и здесь еще можно купить? Можно, в принципе, все будет скупить, да? Если мы разбогатеем. Конечно, будет это прикольно. Да? Не заплатил? А, это с автомата. С автомата, значит, вот. Так, а где моя доставка, интересно? Доставка будет? Я же оплатил. Вот это вор, значит, ходит, да? У меня нет спасения от них, по-моему. Это охранник может не защитить, а может и защитить, не знаю. Так, Замазор, деньги сняла. Где мой этот? Вентилятор, так, джойстики есть, да? Подожди, можно еще консоль поставить, мне кажется. Ну и компьютер усовершенствовать, конечно. Но компьютер дорого, 1750 классный стоит. А вот консоли, давай посмотрим консоли. Ну это PlayStation 1, значит, это вообще непонятно что. Ну похоже, знаешь, так, этот low game консоль, значит, такие вот. GameStation 5, 1380 и Zbox. Я бы вот GameStation 5 купил бы, да, потому что у меня... О, приехал наконец-то, у меня компьютеры есть. Значит так, сейчас ставим второй автомат. Фига себе, здоровые они, конечно. А куда его поставить? Давай, значит, так, чтобы не мешало. Выключатель, блин. Ну, вот так вот станет. Вот, смотри, один, вот второй. Никому ничего не мешает. Здесь еще третий можно поставить. Так, не рассчитался. Насидел на $675. Так, ты тоже не рассчитывайся. Это очень печально, значит. Охранник работает отлично просто. Так. Я не жалею, что посадил его так. Запросы. Запросов нет. Ты на автомат пошла, да? О, Family пришел. Мы его недавно били битой, значит. Давай, заходи, друг. Ну, иди ты на дорогой. Ну, что вы на дешевый сели? Значит, так. Я хочу консоль еще одну купить. Безграничный. Ставлю. Так, это на автоматах посидел, значит, нормально. Так, мне для консоли надо сначала стол купить. Сколько у меня? 1200. Это взрывать пришел, значит, молодец. Так, мне надо... А где я столы видел? Здесь где-то есть столы. Маус-пэд? Нет. Вот, столы. Так, так, значит, Classic Console Table. Basic Console Table. Ну, наверное, вот этот я куплю, в принципе. Old Computer Table, не надо мне. У этого больше всего звезд, как бы, да? Сейчас, секунду. 30 минут. Ну, что-то маловато так, конечно. Значит, сейчас, где эти консольные? 1100-200. Ну, давай, я не знаю, давай. Купим консольку. И подождем, возможно, мы сейчас посмотрим, сколько приставка стоит, кстати. Так, это нет, VR-контроллер, нет. Мышки, мониторы, лампы даже есть, клавиатуры, джойстики. Вот, консоли, значит. Так, консоль 1300. Ну, допустим, ее в корзину... Я что, 2 раза? Так, 2500 надо, да? 2500. А, кстати, консоль к телевизору идет. По-моему, кто-то не заплатил там. Да. Значит, охранник быстро справляется с этим. Так, у меня заказов нету больше, нет. Он забрал что-то. Компьютер стырил, но охранник молодец. Смотри, просто он не приносит его.
Обратно, значит. Так. Компьютер стоял же здесь. Здесь. Твою мать. Вот. Поставили. Так, надо убрать уже. Блин, как грязно. Но мне на пылесос не хватит просто. Я сам поубираю, наверное. Первое время, потом... Заходи, заходи. А, ты на автомат идешь. А чего возле меня мусор? Вы чего возле меня бросаете тут? Вот мусор лежит. Давай, я здесь за уборщика, значит. Давай, бабки. Так. Не понял, я в своем клубе, я ничего не делаю. Чё-то прибежал. Пошел вон отсюда. Так, заказ. Заказ у меня. Слушай, напряженно здесь. 3 часа утвердить. 2 часа утвердить. Пошла жара, значит, да, но... Все заплатили, ребят. Но не хотите, не надо. Значит так, вроде все заплатили. Я консоли, чё, консоль взял я. Значит, мне надо джойстик. Значит, геймпад этот. Консоли, да, давай. А, ну и стула надо, да? Гейминг. Гейминг, значит, ну, это дорогие такие, да? Дороговатые. А давай вот этот для консоли возьмем, добавим в корзину. Так, джойстик old school нам не... Вообще страшный какой, да? Так, джойстик давай подороже. Вот этот, допустим, да? И нам надо... Телевизор. Я думаю, телевизор. Консоль TV 1200. Хорошо, берем. Сколько выходит? 4 штуки. За все, значит, да? Ну ладно. 4, так 4. Так, сколько время тут уже? Все сидят. Так, ну это будет последнее. Почему автомат подвинули так? Не, автомат приносит, смотри, по 120-очке, да, стабильно. И сразу платить надо, это большой плюс. 400, хорошо, мне надо накопить на эту консоль, заказать все со столом, с этой всей фигней, значит. Давай, до свидания. Значит, сейчас подождем вот этих вот, я закроюсь, пойду сохранюсь. И, да, еще пришел, ладно, а сколько время там? А, ну он успевает еще, да? Безграничный, давай, деньги надо очень сильно. Так, тот прибежал здесь. Давайте автомат пока поставим нормально. Блин, тут грязь прям на автомате. Так, надо почистить пока. Пока у нас тихо. Так, чувак, ты не рассчитался. Чувак, ты не рассчитался? 350 баксов унести хотел. А нехорошо так. Нехорошо, я здесь стараюсь. Боже, как вы насрали здесь. Как вы насрали. Как вы все насрали здесь. Офигеть. Грязный. Так, мне надо сохраниться. На самом деле, поэтому все. Все, давай, до свидания. Значит, на сегодня мы закрыты. Рассчитайся, алло. 293 бакса. Все. Я закрываюсь, иду, сохранюсь, значит, посплю и начнем. Так, и начнем. Полицейских нету, ничего нету, да, здесь. Потому что они меня обыскивают, еще штрафуют. Хотя непонятно, насколько штраф. На самом деле нам надо на третий. Ну, кривовато работает немножко игрушка, понятное дело. Может, потом подобновят. С сохранениями тоже что-то происходит. Очень непонятно. Иногда нельзя войти в игру, значит. Потому что сохранение не работает. Странно. Так, все, я спать, значит. Так, значит, проснулся я, что-то двери не закрыл за собой. Погнали. Погнали, мы сделаем то, что хотим. В этой серии у нас уже есть 2, значит. Поехали, говорю, что на лифт надо нажимать 2 раза, не знаете? Что за фигня такая? Так, ну с портфелем мне жестко помогли, значит, ребята. Да мы уже на одном этаже, мы уже на одном этаже. Кстати, я отдал 3 биты, дальше чё?
О, смотри, у бомжары нашего бродяги. Желтый сигнал, значит. Иди сюда. Чувак, в городе есть владелец интернет-кафе, который меня не слушает все в этом. Да-да-да-да-да-да. Давай, конечно. Расположен на втором этаже. Это наш владелец. А куда ты исчез? Поместите жучок. Подожди, сейчас пойду помещу. Значит, бродяга просто исчез куда-то. Магическим образом все исчезают. Но текстуры, значит, физику надо подправить, потому что... Но это не дело. Это не дело. Нам на второй. Интересно, как я жучок поставлю. Очень интересно. Поехали. Ну, я нажал ехать. Я не знаю, что звук там бак делает такое. Что это такое? Да мы уже на одном этаже. Вот. Я сюда заходил. Поговорить с нищим теперь. А, кстати, что здесь у вас за компьютеры? Консоли какие-то. Я не знаю. Ну, очень древние. Автоматы у меня уже круче как бы стоит. Я не знаю, зачем такое дешевое покупать все. Я стараюсь сразу дорогое брать. Но, в принципе, стул-то такое дело. Стул я могу купить, в принципе, в любое время. Почему мы не едем? Первый этаж мне нужен. И мне надо нищий, значит. Он отнимает у меня мое рабочее время. Просто... Да что такое, ну? Что тебе не имется? Чем я тебе вызвал подозрение? Ты мне скажи. Ну, значит, менты, они и в Африке менты. Вот почему их не любят, значит. Так, панда танцует, все хорошо, я не могу пройти. Да что ж такое? О, зеленый свет у тебя. Иди сюда. Так, большое спасибо, вот тебе маленький подарок. Спасибо за подарок, нифига себе. Это царский подарок, просто открываемся, значит. Мы открыты, все. Я загружаю, значит, так много времени потерял, значит. Но жучок поставил, не знаю, зачем жучок и зачем ему три бейсбольные биты, конечно, это для меня большая тайна. Давай загружайся, что такое, что такое, у меня какой-то олдскульный компьютер или что? Так, MyCafe, где мои заказы? Вот мои заказы. 4000, ой, нам чуть-чуть не хватает, у нас уже 4154. И я поставлю консоль, давайте, 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 клиенты, давайте идите. Давайте идите, быстрее идите. Может, здесь что-то будет? Нет, здесь что-то есть, да? Фрукт какой-то, какой-то фрукт непонятный. Не, я сейчас тут деньги потрачу все, да? Хотя он мне принес парочку. Так, кто-то пришел. Это, знаете, когда вы богатые, очень богатые, можно сидеть здесь. Да, херня, короче. Так, 2 часа, поехали. Уже 3800, слышь, только сел. Значит, первый раз повезло, второй раз безграничный. Поехали. Не думай, что тебе повезет. Так, надо убраться, да? Я так полагаю. Здесь есть следы какие-то. Здесь прямо... Вот. Смотри, прям я мусор вижу. Выходите с каким-то постоянно... С бутылками. Слушай, смотри, след появился просто так. Дай пройти. Я не пройду? Давай я тебя помою. Твою голову помою. Она грязная. Давай, все, вали отсюда. Так, что здесь у меня? Что здесь? Не грязно, а чисто. 3 часа, хорошо. Так, 3000, вот, если бы не играли, уже бы давно бы, значит, купили бы. Так, запах. Ой, запах вообще плохой был. Вы что, навоняли здесь? Пердели, что ли? Непонятно. Давай сюда положим. Так, где-то еще следы есть? Есть, прямо в автомате они, да? Блин, я опять не выйду. Я не выйду. Чувак, можешь подвинуться. Давай я тебя помою все здесь, хозяйство, все. Голову. Тут помою все, чтоб все блестело, мониторчик. И перепрыгну вас. Нет, не перепрыгну. Бля, ну это неудобно. Неудобно, надо расширяться, но на самом деле хотя бы консоль сначала поставить. Я не знаю, что я ходить туда не буду. 400 нам... Так, не-не-не, закройся. Нахер, короче, это... Это фигня, значит, 400...
У нас там что-то еще появилось. Нам 4900 надо. В общем, много. Так, а что здесь? Подожди. MyCafe по отзывам. Компьютеры заражены вирусами. Подожди, я ж качал антивирус. Начать сканирование. Давайте просканируем. Я, кстати, его не покупал. Премиум-версию. Да, я не вижу смысла в этом. В принципе, можно самому просканировать. Почта. Что здесь на почте? Так, одна из наших служб нейтрализовала клиента. Так, это понятно. Все хорошо. Так, что здесь? Так, электрик. Полицейский штраф 20 баксов, значит. Так, давай, крошка. 338. Мне надо денежки. О, давай и ты. Давай, сколько там? 800. Так, по идее... По идее, мне должно хватить. 4900. Да, оплата. Значит, сейчас поставлю консольку. И это будет бомбезно. 3 часа. Игрушек каких-то накачал уже. Довольно неплохая игра. Это, да, интернет-кафе-симулятор. Надо убраться, пока консоль приедет. Быстренько. Мусор так и вылетает. Смотри, он просто вылетает здесь. Не с человека, а вот смотри, здесь стаканчик, допустим, да, чистый. Нечистый, вот еще след. Надо определиться. Вот банка лежит. Незаметно. Так, мусора больше нету. У меня все чисто. Значит так, что ты там, не приехал? Ой, елы-палы, приехал. Панда танцует вообще по красоте просто, да? Смотри, оп-оп-оп-оп-оп. Пошла, значит, пошла жара, да? Вот так, между ножек, давай. Опа, вот так, молодец. Так, нифига себе, джойстик стула. Подожди, а я могу? У меня бейсбольная бита еще здесь. Я, да, давай возьмем стула, джойстик поставим. Стула сюда. Мне надо на самом деле сначала стол. Телевизор можно сразу повесить, я думаю. Так, место здесь будет для прохода, я думаю. Я думаю, да. Консоль, стол. Отсюда же никто не украдет, по идее. Они только отсюда крадут. Значит, так, вот. Да, здесь будет проход. Это единственное место, где можно поставить, чтобы как-то ходить. По-другому я не вижу. Ну, куда ставить? За мной я не поставлю. Так, консолька. Так, стульчик. Стульчик поставим вот здесь, чтобы я мог пройти. Так. А, джойстик. Джойстик. Два джойстика надо. Ёлки-палки. Оказывается, два джойстика надо. Так, что там, 2 часа? Хорошо, поехали. Два джойстика надо. Я не знал, что два надо, да? 636. Ну, давай белый закажем и черный будет. Давай, подождем. Сейчас у нас будут денежки. 637 баксов. И мы консоль откроем. Это классно. О! 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 Вот это на консоль, по-моему. По-моему, это было на консоль. Да, у нас есть. Давай полная оплата и подождем доставочку. Сейчас нам принесут сюда консоль. Да, привет, заходи. У нас здесь весело стало. Слушай, смотри, 2 автомата уже, да? Сейчас консоль откроем. 3 часа, конечно, дорогая. Конечно, мне бы доставку еще, да? У нас 200 баксов как-то маловато. Мне бы доставочку на самом деле. Так, на автоматы сели, те еще не рассчитали. Сейчас еще если консолька будет, смотри. Максимальная консоль. Station 5, значит, джойстик, все дела, значит, та убежала, она на автоматах была, значит. Так, ну где доставка-то? Где верблюд мой? Wow. 210 баксов еще, отлично. Давайте, давайте, заходите, значит. MyCafe, о! Какое дерьмовое место, а что дерьмовое? Значит, хейтеры везде есть, я смотрю, да? Так, оплатили. Он, дружище, извини, я отвлекся. Так, оплатили. Так, теперь у меня есть свободные, значит, ресурсы. Что я могу сделать еще? Автомат. Игровой поставить я VR. Это что такое? Про VR, значит. VR. VR тоже можно поставить. По-моему, доставка моя приехала, да? Так, ты заплатил вообще? Или ты на автоматах был? Да, доставка приехала. Наконец-то джойстик привезли. Один черный, один белый. Это для эстетики. Так, подожди.
Во, консоль работает. Класс. Так, подожди. Подожди, безграничный. Так, компьютеры. О, консоль есть. Изменить цену. Дорогой, нормальный. Ну, вот так поставлю. Это же влияет, видишь? Дорогой, нормальный. Вот 7,9 где-то здесь. Сначала мне нужно завершить настройку. А, там сидят, значит, да? Здесь я тоже не могу. После этого времени не приходят новые клиенты, но они валят сейчас в автоматы, да, поэтому подработать я могу. Давай бабки, ты сидел не на автомате. Так, 300 хорошо, этот на консольку, наверное, завтра придут. Сегодня не придут. На самом деле уже пора домой, поэтому стоит убраться, приготовиться к новому дню, значит. Вот, строит все здесь прям, я не знаю, они как будто бы на автоматы залазят, значит, с обувью этой. Ну, без пылесоса пока справляюсь, не знаю, как надолго это, меня хватит. Но экономить можно. Так, куда ты пошел? Мы уже закрываемся. Все. На консоль? Подожди, на консоль давай. Я хочу посмотреть это. На консоль. 2 часа. Хорошо, хер с тобой. Я спать позже пойду. Значит, деньги. Деньги не пахнут, значит. Но ты уже навалял здесь, значит, свое кофе, значит. Пришел, слушай. Чувак, во что ты там играешь? Опа, опа, смотри. Вот веселая игра, да? На консоли. 5-я модель консоли. Что-то напоминает мне такое. Я бы еще какую-то поставил. Не, на самом деле VR, наверное, поставлю, потому что... А, на самом деле я компьютер вот этот вот, значит, организовать хочу на более мощный. Допустим, этот продать, да? Сколько у меня денег сейчас? 1500. Так, слышь, я его сейчас прям понесу продавать. На нем никто не сидит. Вот, барахолка работает, значит, монитор оставлю, а компьютер продам. Я хочу самый мощный компьютер поставить сюда. Сейчас быстренько продам и пойду спать. А что, самый мощный компьютер нормально будет. Здесь таких нету. Так, продавец. Продать. Бейсбольная бита тоже продам. Зачем она мне, да? Про LCD? Не. Это все такое. Значит, старая консоль, какие-то джойстики старые. Это барахолка, ребята, тут ничего не сделаешь. Пойдем закажем, значит. Как раз я закажу, посплю, утром приду. Алло. Фига себе. Спасибо, значит, меня не было, он решил. А, можно не рассчитываться, значит, все. А, подожди, какой все? Мне надо заказать... Компьютер на завтра, значит, второй, более мощный. Денег у меня точно хватит на самый последний. Потому что бизнес с плохими так не построишь. Так. Кафе. Закрыто. Да, закрыто. Так, где компьютеры? По-моему, в самом верху были. Компьютер-кейсы, значит, вот. Вот этот заказываю, мне хватает. Я его оплачиваю. В принципе, можно и монитор посмотреть сразу, да? Потому что тот old какой-то тоже, да? Клавиатуру, допустим, там можно, да? Pro Gamer. Хочу вот этот. Вот, у нас на все хватило, значит, все. И иду я спать, значит. Утром уже, слышь. Утром иду спать, значит. Ну, нормально. Но зато сейчас еще тот компьютер в паре. Будет вообще красота. Да ты козел! Козел, просто козел! Значит, ребята, что я хочу сказать. Спасибо за ваши комментарии. Они очень помогают мне, в принципе, играть в эту игрушку. Не забывай про свой драгоценный лайк, а на следующий день интернет-кафе уже совсем скоро. Значит, главное, чтобы я в лифте не застрял. Все, пока-пока. Это я пошутил. До скорого.